в последнее время. Ну вот видите как. Да. Я не буду на камеру пить, вот так сделаю. Чтобы вас не смущать. Да не надо, пока бросьте в сторону. Я вот раз сейчас с одним разговаривал, он, а я не верю, а я сатанист. Я говорю, ты хоть соображаешь, что ты говоришь? Ты сейчас... Он нас подкалывал, скорее всего. Я сейчас сатанист. Говорю, ролик появился, называется «Интервью с дьяволом». 12 минут, заряди, посмотри. В лесу сидят. Интервью с дьяволом? Сейчас да. У меня компьютер рядом, я сейчас могу посмотреть. Посмотрите, вы потом посмотрите. «Интервью с дьяволом». И вопросы задают, откуда ты, кто ты такой, что тебя ждет, кто твой враг, что дальше будет. И сатана отвечает прямо по Библии. Так, все, я записал, чтобы посмотреть. Да, теперь, чтобы вам не зря эта встреча была, запомните, я в городе Барнауле, Алтайский край, Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81 год. Если вы зарядите в скайп Игнатий Лапкин, вы выйдете на меня. Я один с этим именем и фамилией. Игнатий Лапкин. И тогда я... Игнатий Лапкин. Лапкин. Угу. Я вам скину тогда, если зайдете по скайпу, скину наши ресурсы. Вот если вы хотите сейчас сразу зайти, можете написать канал «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Это на Ютубе? Да. Канал «Во свете Библии». «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Игнатий Лапкин. Так, секунду. Ага, я нашел. 42 тысячи подписчиков. Да, и 42 миллиона просмотров. Круто. И у меня на моем канале 17 300 роликов. Сколько еще раз? 17 300. Такого нигде больше нету. Мы строим православную деревню. У меня миссионерская поездка была от Владивостока до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия. Я везде дарил 38 томов моих книг. Подарки сделали библиотекам мира, 650 городов, на 35 миллионов. Нам еще показать. Очень интересно. 17 тысяч роликов я такого еще не слышал. Не слышали, да. Вот вы если зайдете... Прикольно. Так, если зарядите через Google сайт, не YouTube, сайт, «Во свете Библии» сайт, ну-ка попробуйте. А у вас тут ссылки есть. «Во свете Библии» сайт. А, вот, я вижу. Вот, вы там увидите, я отвечаю там студентам, другим, 4124 вопроса, справа 5 папок, 55 папок идут. Это политика, экономика, социология, работа, семья, будущее, волшебство, там все. На любой вопрос... Вы трудоголик, я вам скажу. Я отвечаю на любой вопрос, что говорит Библия. Студентам. Что об этом говорят святые отцы? Это 300 томов фолиантов. Что говорят каноны? Это 719 правил. Что говорят жития святых? 1173 биографии. И потом, что говорят поэты мира? За 300 лет 300 поэтов. Вам 82 года, вы сказали? 81. Ого. Я удивлен, если честно. Вы такой энергичный. Так у меня две голубяти. У меня две голубяти. Я и то себя уже стариком чувствую в 21 год. У меня две голубяти, милый мой. Я туда-сюда. У нас большая статья в губернской газете здесь, в Алтае. Написано, у злого человека голуби не живут. Я убедился в этом. А у меня даже дома, ну, я спрашиваю домашних-то, вы не помешает, маленькую голубятню делаю. И они у меня тут и выводят, чтобы ворковали. А мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна на всю вселенную. И своими руками храм построили, школу государственную, электричество, дороги. 6 прудов подняли, зарыбили. И никогда не ругаем ни Путина, никого. Мы только молимся за них. Молитесь за кого? За Путина? За Путина, за Дональда, за Рамзана Кадырова. У меня от него благодарность даже есть. За Тулеева, за Зеленского Владимира, за Александра Григорьевича Лукашенко. От него тоже у меня благодарность есть за то, что я подарил ему лично книги. Мои книги видели в библиотеке у Путина стоят. Сегодня я на интересных людей попадаюсь в видеочате. Повезло мне сегодня. Вас как звать-то? Меня зовут Алан. Алан? А как же да. по-русски, как, какой аналог слова? Александр, может быть? Я не знаю, если честно. Но дело в том, что у каждого имени есть перевод. Вот сейчас один был у меня, Илья. Меня, говорит, зовут Илья. Я говорю, ты знаешь? Нет. Я говорю, еврейское слово, оно означает «Бог – моя крепость».
Бог моя крепость. А тут, а я Миша. Миша еврейское слово тоже называется так. Никто как Бог. То есть равно Богу. Никто как Бог. Три слова. Ил — это Бог. Надо жить интересно, красиво, даже в бедности. Да. Вот у меня последние книги, 38 бумажных вариантов, еще 7 в электронном, но я не могу издать. 4 тома по 800 страниц моих стихотворений. 3467 стихотворений, все по 9 куплетов, и у каждого эпиграф из Библии. А у них, у иных такие стихотворения, 36 строчек, и указано, откуда мысль взята из Библии, глава стих. 36 раз надо Библию открыть. Это, ну, я удивлен. Вот вы видите, как я показываю Библию, не знаете, я тогда показываю, говорю, может, эту книгу знаете? А у меня один том посвящен Корану. Я могу выдать данные о Коране, которых ни у кого нет, моя наработка. До одной буквы, сколько имена упоминаются. Я сравню суры и аяты, все до одной, с Библией. Где находится? С Библией? Да. И что о мусульманах было сказано, что они говорили за 1300 лет. Три тома, посвященные у меня еврейству. Разбирают Талмуд, кто такие евреи, откуда взялись. И 3600 лет, что о них говорили, все помещено. А про Коран расскажите, как вы сравнивали. А давайте, берите ручку, я тогда сейчас должен этого свернуть, то, что мы разговариваем-то. Вы возьмите ручку, я вам тогда данные выдам. Мне надо открыть. Давайте я буду слушать и запоминать. Просто это... Нет, это интересно. Невозможно. Невозможно, Алан. Невозможно. Вы... А вас как зовут? Я не Игнатий спросил. Тихонович Лапкин. Город Барнаул, Алтайский край, 81 год. Все, Игнатий Лапкин. Все. Это я. Да, я понял. Вы, если запомните... Ваш канал и ваш сайт вот, если запомните, что Игнатий Лапкин, по скайпу зайдите. Я скину вам другие материалы. Ага. Огромные материалы. Зайду потом. Ну, хотите о Коране? Тогда приготовьтесь. Я просто хочу послушать так коротко именно вот основную мысль. Ну, понимаете, вы тут же будете видеть и задавать будете по цифрам по этим. Я работал не один, говорится, год с материалами. Вы хотите именно каждую суру сравнить? Нет, да, я скажу сколько раз, что... Вот, допустим, я сейчас спрашиваю, чтобы Коран ваш прочитать, вот так нормально. И так сказал Всемилостивый Всевышний, вот так медленно. Сколько нужно? Не прочитать. Я говорю, ты даже не знаешь. Сколько? 14,5 часов. Ого. Вот, смотри, Коран меньше Библии, это данные мои, в 5,6 раза. И Коран меньше Нового Завета у нас в 1,16. Это интересно. Я скажу, сколько раз поминается Ибрагим, и сколько у нас Авраам, сколько Сулейман, сколько у нас Соломон. И дальше я скажу уже на этом, что строится. То есть Коран взят с Библии, как бы, и, грубо говоря, как переписали и поменяли там на свои имена и так далее? Нет, не переписали, на слух взято. Дело в том, что я когда разговариваю, ну, допустим, мы на поездке ночевали в доме Муллы. Мулла — это вы знаете, кто такой. Да. В одном месте я был у них как совещание, мулы и имамы были. Имамы — это генеральское звание. У нас близкие отношения с мусульманами очень. Потом пошли в мечеть, мы молились, а потом мы пошли в православный храм, город Баку, Азербайджан. Да, да, вот да. Вы возьмите ручку, еще раз прошу, я сейчас сразу открою данные. У меня просто тут беспорядок такой. Ну ладно, я ладно, не знаю, ладно. Я войду или нет. Я скажу, что расхождение, и чтобы было одинаково, 5600 расхождений, 616 там, я буду открывать. И что интересно, имя Марии, Марьям, одинаковое по 34 раза в Библии и в Коране. А у вас на сайте нету про Коран? Ничего? А на сайте как? Вот это надо, потому что материал. Это у меня просто статистика и на Библию, и на все. Я работаю основательно с архивами. У меня книги вышли, то, допустим, «К истинному православию». Я 40 лет собирал материалы только для него. Для... Все, каждое слово, откуда взято и что. Там о покаянии, о бродобритии, о еде, о посте, о молитве. То есть каждая тема... Да, посмотреть будет интересно очень. Ну, если на сайт зайдете, там все мои книги, на сайте. Да, да. Я на сайт зашел.
Вы Заминнарод.ру, да? Да. Вы любите, любите стихи? Ну, так, ну, если, вот, если мне интересно, то я почитаю, да. Я могу одно стихотворение вам рассказать, чтобы запомнилось. Биографическое. Давайте. Пример к себе, своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе, за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал, истратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам исследуют святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мною Доик, бешеный Саул. Они разведали. Я ем мед Акриды и штаб-квартиры изборн Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Отлично. Очень, очень интересно, очень круто. Крутой вы мужик, я вам скажу. Давайте. Очень круто. Я вот спрашиваю мусульман, я говорю, что у вас самое главное? Ну вот мы дружны, да и мы дружны. Не могут сказать, да, самое ценное у мусульман пятикратный намаз. А у нас, я говорю, семикратный. Мы связь с Богом имеем. И мы дорогой, когда выезжали, в каком городе были, у нас палатка 2 на 2 метра, мы становимся на молитву, кланяемся. А бывает, дороги делают там мусульмане. Я на 100% уверен. А они нас никогда в обиду не дадут, когда мы молимся. Какие у нас отношения были добрые. И все это заснято, все показано, как в доме мулы мы беседуем. Вы на нашем ютубе найдете. Если вы зайдете, ну, допустим, завтра суббота, вы увидите, как мы с вами беседовали, насколько вам интересно. Не пьяный в рулетке, не голый. Вы меня снимаете сейчас? У нас все снимается. Да? Вам будет интересно так, даже со стороны глянуть. Да. Вы ну, не входите в рамки, деле, да. Вы не ходите в рамки чат-рулетки. Она для развратников. Ну да, нет, тут много нормальных людей на самом деле, если поискать. Можно пообщаться. Это редко так встретишь. Так что мы встретились не случайно. Я помолился, прежде чем прийти. Господи, пошли мне доброго человека. Видите, у нас как... И вот он я. Вот так. Только по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин. И, ну, там уже можем беседовать. Я материалы могу скинуть и все показать. Вопросы есть у вас какие-нибудь? Чего еще раз? Вопросы. Есть какие-то вопросы? Вопросы? А вы вначале сказали, что общались с тем, кто не верит. Да. Вот, и то ли я перебил, то ли вы на другую тему перешли. А он до конца потом стал прислушиваться. Ну вот пример. Ага. Я маленький пример говорю. За то, что я распространял Слово Божие, и среди, примерно, 50 книг аудио на моем сайте там, аудио, ага. И насчитал архипелаг ГУЛАГ. Ну и брал интервью репрессированных. Я освободился только в 87 году. У меня 5 тюрем за плечами. Лагерь. Я благодарю Бога, как меня Бог провел. И вот, смотрите, я говорю, да я неверующий. Это широкий здесь, я говорю, там попадешь, тебя размажут по стенке. Там никак. Вот заметьте, меня везут по этапу. А этап как, отсюда добросили, допустим, Новокузнецк, а там на другой ждать, когда пойдет туда этап. Ну, я захожу в камеру. Мир вам! А тут 75 человек, и вот как черви в дыму. Да, загоняет много людей, да? Народов в 3 раза больше, чем есть. И попеременно спят на шконках. Спят по очереди. Во, да? По очереди. В это время подходит вор в законе, там пахан. Там 6-я ходка у него.
Так, отец, а ты откуда? Я говорю, из Барнаула. А какая статья? Я говорю, 190 прим. Что, мента грохнул? Да я говорю, это 190 мента, а это 190 прим. А что оно означает? Я говорю, звучит так, за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный государственный строй Советского Союза. Так, а где бы вы хотели здесь? Я говорю, где воздуху побольше? Он подходит, подходит, а они там в три этажа, эти шконки. Так, он махнул рукой, тот сразу вымылся. Так, ты тоже куришь? Мне сразу две шконки. Две на одного. Я только зашел. Теперь ужин в 6 часов. Я с 8 до 10, отбой в 10-то, я начинаю проповедовать. У меня с собой Новый Завет, вторая часть Библии, Псалтырь. Три человека на 75 не курят. Они уже заранее уже предупрежденные, вымыли руки с мылом. Я даю Евангелие, они считают. Все лежат, ни один не закурит. Ни один слова не скажет. Открывается дверь, охранники с двух этажей стоят. Я в первый день уже полностью тюрьму завоевал. Следователь обратился, принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. И вот ночью-то я встаю, молюсь, а в это время утром встал, когда они, говорят, вчера 7 человек сзади становились молиться на колени. А можно мы будем молиться? Мы, говорят, вот тут сколько, 4 человек сделали, ну, заключили союз такой, весь табак собрали и в туалет выбросили. Ну, не все выдержали, иные стали матрас теребить, там дымить потом. Это что, Бог? У меня тяжело бросить курение, так резко. Да, у меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного, никакого. Я самостоятельно до всего достигал. Сам. По милости Божией. И в 23 года мне в руки Бог дал Слово Божие, Библию. А в это время я работал на корабле. И когда я вернулся на корабль, все узнали, что я сошел с ума. А я учусь в училище высшем мореходном, добиваясь разрешения 3 курса сдать по выбору комиссии на 3 языках. И все. Я понял, пустота в душе, Господи, зачем я живу? А у меня сила, деньги, все есть. Мира нету. И Бог меня нашел. И вот 57 лет я иду этим путем. Это путь скорби, как будто она все в радость. Это мой Господь повелел. У меня мирные отношения. Говорю, в доме мулы ночевали. Это понятно, какие у нас близкие отношения. И это все вы увидите в интернете, как мы беседуем там. Я посмотрю обязательно. У вас вопросы есть какие-то ко мне? Ой, вопросов на самом деле много, но времени мало. Так, теперь если вы зайдете на сайт... Вы по скайпу, если вам написать... А вы не написать, время? Говорить, там по скайпу разговаривать. Вот так же встретимся и все. Угу. Я буду... Вы приготовьте вопросы любого характера. Какие у вас духовного, чтобы для пользы? Они просто так отгадывать там, что у меня в кармане, сколько мелочи. Нет, такие я не буду задавать. Мы жить должны для Бога. Иисус умер за нас и воскрес для нашего оправдания. В этом все. Иисус говорит, я путь, истина и жизнь. Я ему посвятил жизнь. Написано, давай хлеб 7 и 8. По прошествии многих дней хлебы твои возвратятся. То есть я подаю милостыню, а потом вернется. Перед Богом все. Вот я сотрудничаю с тюрьмой. 18 лет, бесплатно. Иду по камерам, на Пасху там яйца принесли. Иду хлопочу там, что где неправда. Прокурору края, генерал-лейтенанту. Городскую, это, краевую администрацию. С разрешения начальства тюремного. И люди слушают. Я по рации выступаю у них. Выходят из тюрьмы, они меня ищут отблагодарить. А был я неверующий, я... Ну, еще, ну, работаю, да, я техник-строитель, а что дальше? А ребенка родить, там-то другое. Ты думай о Боге, как пристать на суд Божий, что ты ответишь за все. Мы вчера с одним мусульманином беседовали, сейчас 20. Али, тоже назвался Али, кажется. И он свое, да, ну, видно, я не знаю, то ли больной или что, ну, не слышит, я ему говорю. Я говорю, ты просто ответь. Ответь просто, как я спрашиваю. Он не слышит, я его не могу остановить. Ну скажи, вы имеете такого Сулейман? Да, у нас Соломон. А мы взяли от евреев. Это от евреев взято. Это от этой нации 3 мировые религии. Иудаизм, ислам, христианство. Так вот почему тот, кто автор вашей книги, священной, вот этой вот книги, почему он ни одной фразы Сулеймана не сказал, а 3-4 книги в Библии ему принадлежит Соломону? Притчи, они краткие.
Когда пути человека угодны Господу, он и врагов его примиряет с ним. Одна фраза. Почему он в вашу книгу не занес ни одной? Потому что он брал на слух, он не считал. Кто написал вам, вы называете его как? Он был очень любопытный, интересный человек. И он что, слышал? И вот на этом есть. А дальше не пошло. Давид, он говорит, дуэт есть? Есть. Так у нас Псалтырь, самая большая книга в Библии. Почему он ни одного предложения не взял? Потому что он не видел, ему не давал никто. И он сам что запомнил, то и сказал. Ну, другого-то ответа никакого нет. Вы не думаете, что он глупый был? Он бы еще не записал-то, когда вся мудрость здесь собрана. Причина одна, он не имел в руках. И это я когда доказываю здесь, и все разногласия эти, разночтения-то, они могли быть устранены, как бы у него были книги. Я не просто исследую, а как выйти из этого положения. Тогда этот труд был бы безукоризненный. Но если у меня в Библии написано так, а мы появились на 6 столетий раньше, и у нас основано на Ветхом Завете, это 3600 лет назад, 3600, то откуда это могло быть все против-то? Явно видно, что человек не считал. Я не нападаю ничего, мне это не надо, это ваша забота, заботьтесь сами. Я Библию проповедую. А что нам будет, если мы не верим? Я говорю, слушай внимательно. Первое послание апостола Иоанна, 3 глава. Если кто приходит и не приносит вам известия, что Иисус родился во плоти, это дух Антихриста. Не просто так, он был в вечности, потом явился. Вот читаем, я говорю, Деяния апостолов 4.12. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. А ты сам впишись в эти слова. Вы говорите, Библию уважаю. Я из Библии читаю. Послание к Галатам, 1 глава, 9-10 стих. Если бы мы, апостолы, или ангелы с неба будут благовествовать не то, что мы проповедовали, да будет анафема, то есть проклятие. Как так? А ты любишь? А сам не веришь тому, что написано. И Павел вторично повторяет, как говорили раньше, и теперь говорю. Кто не так исповедует, да будет анафема. Понимаешь, это не шутка, не игрушка. Ты, мне 80 лет, а ты можешь и не дожить. Да, вполне могу не дожить. Ну, вот при этой жизни. А я еще ни одной таблетки не съел. Ну и поговорили. А серьезных не было у вас заболеваний? Были. Были как? И мясо. Вы без врачей обошлись? Нет, врачей меня увезли, операцию сделали. И я не просто болен, а болен от того, что, вот, допустим, мы рельсы несем, рельсы, там, шпалы. Ну и кто-то присядет, а на меня все, и у меня межпозвонковые эти прокладки все раздавило. И мне сделали трудную операцию, и удачно очень, на позвоночнике. От тяжести. У меня 3 грыжи. Одна операция сделана, там еще 2 за прозапас. А сколько лет бороду отращиваете? А я не отращивал, она сама растет. Ну, я в армии, я скажу, 58 лет. А вы не подстригали? Она дальше не растет, она дальше сечется и все. Mm. Все вот, мне такая как раз. Мужчина должен быть с бородой, не быть подкаблучником. Это власть моя над женщиной. Женщина, вот у нас, вы к нам когда зайдете, к нам зайдете, и вы увидите, как у нас одеты женщины. 2 платка, как хиджаб, платья до полу. И когда мы здесь идем из храма, а тут работают туркмены, узбеки, они, сестры наши, сестры наши. Я говорю, это наши православные. Нет, это мусульманки, а не мусульманки. А я когда едем дорогой, нас останавливают, а вы кто, ваххабиты? Милиционер. Я говорю, что ты ваххабиты? Там мы православные христиане. Ваххабиты все эти, они усы бреют, а мы не бреем. У нас неприкасаема ни одна волосинка. Так Бог сотворил, великий творец, художник моего тела, а тело названо храмом. Если я курю, я разрушаю храм. Бог говорит, без наказания не оставлю. 12 лет жизни табак отнимает. До последних лет 10 туберкулезом харкать будешь. Да, надо бросать. Ну, приготавливайте вопросы. И да благословит вас Господь. Да, я найду вас обязательно. Все, на этом расстаемся. Да, до свидания. На нашем YouTube, на YouTube смотрите наш ролик. С Богом! Хорошо. Слава! Храни вас Господь! До свидания! До свидания! Удачи вам!